Первая глава книги пророка Захарии. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Прогневался Господь на отцов наших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так, говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, и по нашим делам так и поступил с нами. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И отвечал ангел Господень и сказал, «Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Провозгласи и скажи, так, — говорит Господь Саваоф, — возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». Посему так, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так, говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь 4 рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее».